Футбол – один из самых популярных видов спорта в Украине. В него играют и взрослые, и дети. У словаческих детей в прошлом отменные успехи. Они были чемпионами Украины, выигрывали неоднократно областные турниры и международные, причем не только в Славутичи, но даже за рубежом – в Беларуси, Литве, Эстонии. Но приходит время, и ребята вырастают. И нужно собирать новые команды будущих чемпионов. Комплексная детско-юношеская спортивная школа Славутича приглашает в секцию футбола юных славутчан. Мы просматриваем все возраста. Да, даже приходят уже практически старшеклассники. Да, если кто-то раньше занимался, кто-то где-то какие-то были нюансы, бросал, футбол возвращается. Ну и, естественно, младшие возраста все набираем, начиная там с дошкольного возраста. Первые, вторые классы, третьи, и пошли дальше. Всех просматриваем, всех никому не отказываем. Конечно, футболистами все не станут, это однозначно. Но я думаю, что прививаем такой коллективный дух, да, товарищество, соревновательный. То есть постоянно какие-то идут соревнования, пусть физическое, конечно, развитие. Ну, прививаем любой футбол, футбол остается на всю жизнь. Они уже, даже если и не будут футболистами, они все равно будут играть там для себя, на себя, да, просто для своего удовольствия. И это поддержит их как физическую форму в любом, где бы ты ни работал, где бы ты ни учился. И все равно ты будешь бегать и будешь держаться в форме. Много у нас играет за Десну, за юность старшеклассников. Из этих пацанов уже начинают, вот несколько человек уходит, ну, играет за Десну. Потом два моих воспитанника, которые сейчас вот выиграли область, ушли уже в интернат в киевский. Поэтому уже... Кто где-то развивается, кто, как говорится, поддерживает нас с родителей, то есть заинтересованы в этом. Мы, как говорится, не передерживаем никого. Если видим, что ребенок вырос, перерос эту команду, мы ищем ему где-то сильнее клубы. Я так понимаю, что даже иногда вы и ездите, то есть на чемпионат Украины, чемпионат Киевской области, вы выезжаете в разные города, то есть своеобразное путешествие ребенка. Конечно, да. И, ну, это интересный круг общения, и разные города, и для детей это интересно посмотреть. Если вы заинтересовались секцией футбола, то вам стоит обратиться. Детская юношеская спортивная школа. Любой на стадион подходит, на ФОК, да. ФОК подходят, дежурные все знают, там телефоны есть. Наши лучшие юные футболисты уже даже играют и за Десну, и за Шахтер. За Десну играют практически, начинают с 5-го года, 2005 года. Сегодня заявили одного, с 4-го года один играет. И пошло там еще и старше тоже. Да, они играют уже на чемпионате, чемпионат Украины. Там же, конечно, уровень другой немножко соревнований. А если нужно, тренер может и в дневник заглянуть. Дневники проверяем и смотрим, и где-то какие-то идут наказания, где-то. Как бы ты играл, не играл, а должен обязательно хорошо учиться. Итак, если вы мечтаете стать футболистом, или просто хорошо научиться играть в футбол, или просто завести новых друзей, КДЮ США приглашает. Свободного времени будет меньше, но зато интересно. Руками подают. Так это вам дали объяснить.